Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас 19 сентября, год 2023. И хочу показать свой сад. Вот начнем с магнолии. Смотрите, какое красивое цветение. Цветет уже больше месяца. Уже вот видно вам. Поцветало. Какие бутоны. Хотя у нас сентябрь стал августом. Очень жарко. Дождей практически нету. Вот смотрите, как она закладывает цветочные почки на весну. Это сейчас идет второе цветение. И вот вам видно, смотрите. Тоже вот и почки закладывает. Все у нее замечательно. Смотрите. Это медленно растущая магнолия. Саженцев у нее нету здесь. Вот если что, то вот только будет, можно будет сделать отводок вот с этого саженца на следующий год. Возможно, будут саженцы отводки. Фундука, лещина, Red Majestic. Это вот такой крученный фундук. Сейчас я вам его покажу. И пробую сделать вот саженцы отводки. Здесь они второй год у меня укореняются. Не знаю, что с этого получится. Ну вот пробую. Если получится, то вот будут вот такие саженцы. Вот смотрите, для интереса, вот такие у него орешки. Кому интересно. Орехи больше 2 грамм. Если хорошо опылиться, то будет и много орехов. И вот он, смотрите, как у нас выглядит. Здесь я его привез из Голландии. Растет он больше 20 лет. И вот покажу вашему вниманию, чтобы вы видели. Какой вот здесь у нас фундук этот. Так вот он красиво смотрится. Повторяю, что он крученный. И на нем есть орехи. Если, скажем, сравнивать с простым фундуком, чтобы было вам понятно, то вот так вот смотрится простой фундук. И так вот смотрится Red Majestic. Вот такая красавица пироканта. Очень классно смотрится. Вот. Видно. На фоне голубой елки. Вот такие у нее ягоды. Ягоды для человека несъедобные. Она для ландшафта. Всю зиму будет стоять вот такая нарядная. И потом у меня вот ее съедают дрозды, прилетают. Мои розы вот такие. Мне они очень нравятся. Ничему не подвержены. Вот такое вот цветение у них. Повторяю, сегодня у нас 19 сентября. Вот такие вот, смотрите, красавицы розы. Вот мои грецкие орехи, смотрите. Вот эти ветки не убрал. Видите почему? Смотрите, какой урожай. Это наш местный орех. Просто, чтобы понимали. Орехи считают не по величине плода, а по выходу ядра. Ну, это кто понимает, говорю тем. Вот смотрите, чтобы было понятно. Из года в год я его показываю для всех.
чтобы вам было понятно. А вот это грецкий орех, это такой брендовый сортовой. И, ну как бы, чтобы понимали, здесь, ну в том году были орехи, но в этом году орехов нет. Или у него какая-то периодичность, или что. Ну вот он считается вот в этом месте. Только есть буквально там пару орехов. Да, здесь орех покрупнее, конечно, вопросов нету. Ну, вам видно, орехов здесь нету. Вашему вниманию арахис. Я показывал, как садил. Вот смотрите, что у нас на сегодня. Вот на фоне моих трапезундов. Покажу свою актинидию. У меня много сортов. Это киевская селекция. Вот смотрите, какой вид на урожай. Уже показываю, что, смотрите, плоды начинают зреть именно вот этой. Там путаться в сортах такая, не такая. Все перепутали. Где-то нет каталога. Я вам покажу проще урожай. Смотрите. Это уже вторая идет. Чтоб вы видели. Вот она вся у нас урожай. Какую ветку мы не берем, вам было понятно. При том, что очень жара подпортила корни. И видно вам, что она вот сколько дала плодов. Понятно с листьев. Это еще другая. Мы идем, не прерываем, чтобы вы видели. И какую-то там. Есть саженцы отводки. Какая лучше? Мне все они хорошие. Как по мне, они все вкусные. Период созревания плодов у всех разный. Я вам показываю, чтобы вы просто видели. Это будет позднее, понятно. Поэтому какой тут виноград? У меня и виноград есть, покажу. Но здесь ноль обработок. Не надо ее ни укрывать, ничего. Хорошо набирает сладость. Ну и вот вам видно, какой урожай. Еще есть стоять и стоять. Такие урожаи надо показывать. Вот смотрите, пионы мои. Это все старинные сорта. Саженцы будут делянки. Кому, конечно, интересно. Вот смотрите, в каком они состоянии. Все здоровые. Тоже украшение сада. Теплица, еще есть огурцы и помидоры, кому интересно. Вот вашему вниманию лимонник китайский, тоже растет в этом месте из 90-х годов, только одна польза от него. Вот смотрите, какие плоды. Вот смотрите, вашему вниманию опять актинидия. Из года в год ее показываю. Вот такие вот у нее мощнейшие урожаи. Видно вам, да? Конечно, это интересно.
саженцы у меня все отводки. Вот, просто чтобы было понятно отличие вот этой, которую я эту рвал, и этой. Видите, это такая, это вот такая. Вот такой здесь урожай. До морозов она будет, чтобы понимали. Смотрите, какая красотища, какие крупные. Вот смотрите, какие саженцы, отводки. Ну, разные есть. Есть и поменьше, есть и побольше. Вопрос, когда будут плоды? Смотрите, саженцы уже с плодами, потому что они отводки. Ну, кто понимает. Понятно, что не все саженцы, но показывают. Смотрите, какая красотища. Гляньте, какое урожающее. Вот сюда. Гляньте, какие красавцы. Видно, да? Уже ноль обработок с актинидией. Это вот другая пошла. Вот такая. Тут переплетается. Саженцы есть малины Golden Queen. Вот смотрите, какие они. Это желтая малина, очень такая сладкая. Ягоды на побегах на второй год. Вот такая вот. Есть красивая малина, кому интересно. Вот вашему вниманию айва японская. Чтоб понимали отличие от айвы крупноплодной. Полезный тоже плод. Красивое цветение после розы на втором месте. Вот вашему вниманию айва древовидная. Сформирована у меня деревом. Растет здесь больше 20 лет. Вот смотрите, какая она. Сколько там? Ну, 4 там с копейками метра. Много места не займет. Ну, она тоже является таким и декоративным. Смотрите, какие листики у нее красивые, красивое цветение и вот такие прекрасные плоды. Уже здесь вот я сейчас стою и идет аромат от этой айвы. Вот гляньте, сколько мы уже убирали ее несколько раз, еще дальше будем убирать. Посмотрите, вот какие вот прекрасные плоды. Если вот сравнивать с яблоками, допустим, то вот эта айва по-любому будет дороже яблок в 2, а то и в 3 раза. Это так, как кому интересно. Есть саженцы, материнские отводки. Вот смотрите, какие они. Вот такие вот материнские отводки. Есть саженцы. Быстро вступает плодоношение. Вот вашему вниманию есть саженцы фундука различных сортов. Там посмотрим, кому интересно, на остатки, что еще осталось. Вот краснолистные есть, тоже украшение в саду. Вот просто покажу. Вот здесь сформировано у меня кустом. Посмотрите, как вот сформировано. Вот кустом видно вам. Сейчас покажу, как сформировано штамбом. Вот проходите сюда. Смотрите. Вот это сформировано штамбом. Вот тоже есть, вот смотрите, материнские отводки какие. А вот здесь вот, вашему вниманию, смотрите, это все будет убираться. И вот штамп. Вот эти все поросли будут убираться. Что пойдет на отводки, потому что это заложены материнские такие кусты для разведения саженцев. Покажу, если может где-то еще орехи есть. Да, есть орехи еще.
Вот вашему вниманию, смотрите, еще какие орехи. Какие красивые орехи, смотрите. Вот идем дальше, чтобы вам было понятно. Вот тоже, смотрите, сформировано у меня на штамбе. Вот видно. Это все будет убираться. Вот такой штамп. Вот тут сколько еще орешков. Вашему вниманию есть саженцы отводки кизила. Это моя сортоформа. Вот такие есть саженцы. Вот видите, уже кизил закладывает веточки второго порядка. Заложит третий и будет плод. Это к тому, когда будут плоды. Вот такие вот саженцы. Вот вашему вниманию тоже кизил. Это сортовой, лукьяновский. Вот тоже есть пару саженцев отводков. Кому интересно. Вашему вниманию виноград. Вот такой. Он не укрывной. Американская селекция Svensson Red. Он очень урожайный. Из года в год я его тоже периодически показываю, чтобы было просто понятно. Это у нас не Краснодарский край, не Ростовская область. Это у нас Республика Беларусь. И вот смотрите, какой виноград у нас растет. Это кишмиш растет, тоже американская селекция. Тоже вот уже такие ягодки. Тоже американская селекция. Вот смотрите, здесь он красиво как растет на решетке. И вот смотрите, переход на арку. Вот обратите внимание, уже здесь оса. Это говорит о том, что он уже созревает. Я винограды свои все довожу до такого вяленого состояния, чтобы набрали максимально сахар. Значит, все вот эти винограды, что я вам показываю, они все без обработок. Ноль обработок. Не нужны мне винограды, те, которые надо обрабатывать. Вот тоже вашему вниманию виноград. Был привезен из Молдавии в начале 90-х годов. Тоже ноль обработок. Супер набирает сахар. Вот здесь я его даже поразводил еще, добавил. И вот такие молодые кустики. Вот уже на таких молодых кустиках, на маленьких, смотрите, уже сколько есть винограда. Есть еще у меня более 20 сортов мяты коллекция собрал. Тоже кому интересно, она вся вот разная, просто чтобы понимали. И такая, и такая, и такая. Вся отличается. Это и для кухни, и для бани, и для сада. Классная. Смотрите. Японский мохито какой. Вот такая мята есть. Вся, напомню, что разная. Вот такая красавица у меня гортензия древовидная. Когда-то тоже привез ее с Голландии. И вот так вот ее держу таким вот кустиком. Обрезаю каждый год. Вот такая красавица. Хочу показать вам свои саженцы отводки магнолия. Вот смотрите, какая она. Здесь они укореняются уже второй год. Это материнские отводки. Магнолия Суланжа. Привез я ее из Польши.
Она очень ранняя, и цвет у нее нежно-розовый такой. Ну, всем понравится, с запахом классным. И вот смотрите, какие саженцы деревья, чтобы вам было понятно. Я показывал весной видео, там уже были корешки, и мы решили еще оставить на один год. Понятно, что такие саженцы я вам не смогу выслать. Кому интересно, вот будут классные саженцы в магнолии. Не знаю, сколько тут их штук будет. Штук 8, может и будет. Смотрите, в каком состоянии еще у нее листики. Еще есть точка роста. Что не взять, вот смотрите. То есть, какая она еще классная. Вот еще кизил, смотрите. Здесь у меня в тени есть веточка, где еще есть кизил. И вот хочу вашему вниманию показать. Это молдавский кизил, очень классный. Хочу показать вот кизил. Вот этот кизил весь уже будет сладкий, кому интересно, конечно. И видите, он до такого изюмного состояния доходит. То есть, то, что там он где-то сгниет или станет это. Вот видите, он такой. Это уже как вот изюм. Сладкий кизил будет вот такой. Видно. Вот вашему вниманию еще бегонии вот такие вот классные. И есть калы желтые. С Голландии тоже все эти приходили. Супер пряность базилик. По пути вот такой еще виноград зеленый, тоже ноль обработок. Вот вашему вниманию дайкон. Дайкон поливаем. И вот базилик, смотрите, какой классный. Сентябрь стал августом. Сундучкам подходим. Такие вот саженцы, кому интересно.